Необходимо вернуть в систему соцзащиты граждан страхование от безработицы, заявил в пятницу глава Минтруда России Максим Топилин в ходе правительственного часа в Госдуме. Мы, естественно, ведем постоянные переговоры с партнерами по поводу модернизации системы выплат безработным и, не скрою, обсуждаем вопросы, связанные с возвращением в систему страхования от безработицы. Мы являемся сторонниками и пошли бы на введение страхования от безработицы. Но это и вопросы налоговой нагрузки, и нагрузки на работника, очень сложный вопрос, требующий обсуждения, сказал Топилин, отвечая на вопросы депутатов. По данным Росстата, общая численность безработных в России в феврале 2014 года выросла по сравнению с январем на 49 тысяч человек и составила 4 229 тысяч человек, или 5,6% экономически активного населения. Мы исходим из того, что должны максимально увеличивать возможность предоставления рабочих мест, возможность переобучения, возможность развития других программ. Все-таки, пособие по безработице является неким временным элементом поддержки безработных граждан, сказал министр. По его словам, только в этом контексте могут быть приняты какие-то системные изменения в размерах пособий по безработице, особенно тем, кто имеет высокие заработки. Мне кажется, что только в такой конструкции нужно решать вопрос, связанный с повышением пособия по безработице, если возникнет страховой источник, заметил Топилин.